Ну как? Не-а. Маша. Да не наша. Дядя Филат, давно хотел спросить, зачем это? Дурак был. Деваху одну на фронте приглядел. Вон, слышишь? Уполномочник. Куда мостик подевал, председатель? На гробы разобрали! Снова у тебя непорядок, Филат! Так все сдали! Опять район план не выполнил! Так всех выпотрошил по сухую! Все чердаки подмел! Залу из печек выгреб! Классовых врагов покрываешь, Филат! Ищи сам, коли не веришь! Что-что? Плохо слышно! Заруби на носу, Филат! Кукурузы 300! Ячменя 500! Ржи 400! Фасоли 200! Пшеницы 800! Записал? Да что толку? Полсела с голоду передохла! Смотри у меня, саботажник! Сибирь по тебе плачет! Даю тебе последний шанс! Это что за чучело? Тудор это! Деревенский дурачок! В дурдом его! Так он только оттуда! Еще раз увижу! Эй! Погоди! Повесишь в сельсовете! Давай в депковуце. Дядь Филат, чего же вы про учителя не спросили? Хочешь, чтобы новый с голоду подох? Все записал? Все. Дай. Гоняй за портретом. Дядь Филат. Давай, писарь, давай. Эй, черт, совсем рядом. Он еще тоже не попал. Есть борьба за мяч, а Петр Дикорский отбивает мяч правому краю. Да вот, бери, побольше. На, на, сейчас посмотрим. Слышите меня, дорогие друзья, в Москве и в Ленинграде, в Тбилиси, в Берлине, в Порт-Артуре и в Владивостоке. Пиши! Как сейчас умно разыграли наши ребята, силу снять снизу. Блестящий удар Архангельского. Вот дядь Филат принес. Эх, запачкал. Не надо. Дай сюда. Иди, парень. Иди. Ooh! Ooh! Ooh!
ядрить твою. Все, теперь мне крышка. Может, у барина на чердаке пойти поискать? Вы же сами говорили, что у него всего там полно. А? Хорошо, хорошо. На! Магия. Как? Красиво. А вы боялись. Неужели черт явится? Мы же его попросим. Черта не просить, заставлять надо. А какой он? С рогами. А как вызвать черта? Здесь все написано. Я вызываю тебя, дух ада и темноты, чтобы ты выполнил любое мое желание. Явись, дух ночи, явись, дух зла, подчинись моей воле. Явись, 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 явись! Thank you.
А ты что попросишь у черта? Вот такой каравай. Я бы сразу его съел. Не съел бы. Живот у тебя маленький. А я бы не спал, а все ел да ел. Я бы тоже не спал. А хлеб на вкус вкуснее, чем на слух. Явился. Брысь отсюда, цыганское отродье! Где книга, Байстрюк? Какая книга? Чёртова! Нет у меня никакой книги. Врёшь, Байстрюк, отдашь книгу? Не бей, дед! Отдашь! А, не бей! Отдашь чёртову книгу? Не бей. Отдашь, антихрист! Не бей, отдашь, дед! Отдашь, выблюдок! Прости, Господи! Вот он, чёртов подарок! В огонь его! В огонь! Вот! Книжки, Климентин! Книжки! Ну? Погоди, книжки! Может, она еще нам еще пригодится. Человек, если ты взял в руки эту книгу, а у тебя есть семья, если ты кого-нибудь любишь, или кто-то любит тебя, брось в огонь эту книгу и не читай дальше. Не поздно еще. Погоди, читай. Но если ты смел и хочешь познать непознанное, переверни страницу, и тебе откроется многое, о чем ты и не подозревал. Подумай. И подпись. Константин Николау, член Парижской академии оккультных наук. Академии. Будем читать. Будем. А Бог не накажет. Наказал уже. Хуже некуда. И те грабили, и эти грабят. Может, хоть дьявол поможет. Прости, Господи. Ты что делаешь? Ты что делаешь? А дети что завтра есть будут? Что? А он... Он что будет? Что будет? Что будет? Будет. Пожалей меня, чувак. Ее пожалей. Ты меня сильней. Сыц, падла. Ты у меня ее отнять можешь. У тебя жена и дети. А у меня ворон да овечка. Не бери грех на душу, чувак. Слышишь, не бери грех на душу. Не бери грех на душу. Для того, чтобы вызвать дух, надо в лесу ночь под Рождество очертить круг углем, который должен пролежать под ковриком у алтаря во время церковной службы. Уголь должен быть из могильного креста. Грех! Грех! Дух исполнит любое ваше желание, которое вы напишете на куске кожи нерожденного ягненка. Так и сказано. Любое желание. Любое.
Ты вот что, пока никому ни слова. Цыганята уже знают. А потом одни мы не справимся. И крест, и уголь, и огненок. Дух является врагом человечества. Он невидим для глаза, но иногда может появиться в образе животного или даже человека. Ни при каких условиях вы не должны покидать круга, потому что этим вы перечеркиваете все, что было сделано ранее. А вышедший из круга подвергает себя смертельному риску. Помните, в круге вы в безопасности. Херня все это. Совсем не херня. Ученый человек писал. Он такой. Пока не пощупает, ни во что не верит. В тебя-то он поверил. Так вот откуда у барина дутся богатства. За барыни, говорят, много взял. Да небось все ее деньги старому дуце на склеп ушли. А ведь тот простым мельником был. Ничего-то вы не знаете. Я-то при нем с детства. Барин по ночам с чердака звезды в трубу высматривал. Не звезды, а чертей высматривал, сучий твой барин. А потом глядишь... Пара новых рысаков у него. Потом, глядишь, пасека. А хоть был барина сладкого, а хоть. Если просить у черта, то... Что? 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 Ну что, что? Лошадь с коровой. Дурачок, проси больше. Земли хорошей. И чтоб засухи не было. Миллион. Я попрошу миллион. Да что на него сейчас купишь? А? На миллион? Все. Да ты знаешь, что такое миллион? Миллион – это счастье. Тогда и я. И я тоже миллион. И я. Тебе-то зачем, старая? А тебе? Мужа себе нового куплю. А может, и табун мужей. Thank you.
Люба, играй. Хопа! Хоп! Эх, ож ты, шты, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Смотришь на меня и про жратву забываешь. Кобылиха, богородица ненасытная, и я миллион хочу. А парень-то хват. Только хватит ли у черта на всех миллионов? А ты черта не жалей. Что ж ты думаешь, лапник безграмотный? Петру задарма черта вызывать по книге будет. А ты поделись с ним, старая. На тот свет тебя бесплатно примут. А мне для смерти и нужны деньги-то. Грехи замаливать. Знаешь, сколько их у меня? Знаю, много недоносков ты в болоте утопила. Многим бабам Богородицу повычистила. Пока ты не переманила их у меня. Недаром тебя из табора-то выгнали, колдунья. Одного вот наколдовать не можешь. Хлеба своим детям. У них уже от голода-то жопы паутиной заросли. Уж смерть-то старая, я тебя наколдую. Ангел мне сегодня во сне явился. Отдай, говорит, все деньги монастырю. А я говорю, какие деньги? Дом хотел продать, разбомбили. Корову румыны забрали, овцу русские. Меня не принимает земля. А я умереть хочу. Хочу. Нашла чем пугать. Дура. Ну ладно, мать, ладно. Делом займемся. Значит, сперва уголь из креста могильного нужен. Ага. Кто крест из могилы вытащит? Грех. Грех. Господи. Я вытащу. Не побоишься? Я пионер. Верно, я забыла. Так, а ягненка где возьмем? Вот ты говорил, Лая понесла. И не думайте. И не думайте. И не думайте. Или миллион, или овечка. 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 Сядь, садись, сядь. Садись, садись, дорогой. Что-нибудь придумай. Сиди. Уголь осветить надо. А батюшку где возьмем? Жаль, что наш с румынами сбежал. И нужно разрешение на службу. Да. Видно, без председателя не обойдется. Так и он миллион захочет. Ну, ради такого дела. Тебе чего? Дядь Филат, вот такое дело. А ну посмотри. А? Фу. А тебя, что ли, говном пахнет? Вряд ли. У порога. Угу. Так. Это же диверсия. Срать под флагом. Раньше лозунги пропадали. А теперь... Хорошо, хорошо.
Так, что за собрание без председателя? А? Садись, Фила. Разговор есть. Куплю себе фургон, пару лошадей. Нет, одну возьму. Двух трудно прокормить будет. Забыл про миллион-то. Верно. Тогда двух белых возьму. Костюм куплю, как у барина. И махну в Одессу. Там, говорят, моряки хорошо платят. Поедешь со мной? А Цирику возьмем? Что, нравится? Когда вырасту, женюсь на ней. А она согласна? В мать, цыганочка. Так и быть. Возьмем. Господи, придумай что-нибудь. Не за себя прошу, за всех. Не дай умереть, дай дожить до первого хлеба. А помрем, на тебе будут наши душеньки. Не дай сотворить греха. Ждите радостной весточки от дорогого человека. Для меня нарисуй конверт. Перед вами длинная дорога, которая завершится удачей. А теперь нарисуй сапог. Почему сапог? А что ты надеваешь в дорогу? Берегись рыжего человека. Не надо пугать. Только хорошее, как договорились. А правда барин был в молодости рыжий? Рыжий, как огонь. Прикурить можно было. Любил он свои книжки. Любил. Плакал, уезжая. Не мог все взять с собой. Так, Карл. Так, молодец. Сколько я тебя просил, барин Дуца. Научи меня грамоте. А он? Все посмеивался. Говорит, зачем такому хорошему шуту грамота? Я тебе, мол, хлеб, а ты мне зрелище. Как же ты там, на чужбине, без своих книжек, барин? Слушай, Люба, а когда было лучше, при румынах или при русских? Когда лучше? Лучше было, когда румыны ушли, а русские не пришли. Thank you.
грех. Ну что, артист Черов, всю жизнь у нищих милостыню просить будешь, а? Не бейте его, не бейте! И ты, щенок, не попадаешься! Всю жизнь ты у него ловишь! А что он для тебя сделал? Стой! Он всех судить хочет, а сам суда людского не боится. Стой! Опомнитесь! Сами сгорите в гиене огненной! Опомнитесь! Входи. Тебе нельзя, ты пионер. Спасибо, батюшка, что приехали. Отец наказал без допивания не хоронить. Спасибо. На все воля Божья. На все. Благослови, батюшка. Извините меня, батюшка. Руку целовать не буду, партийный я. Вот вам два списка. Так, это за здравие, это за упокой и даже с печатью. Как положено. Творите службу погромче, чтобы я отсюда слышал. А то сами понимаете, мне в церковь ни-ни. Отроку тоже? Неверующая, батюшка. Давно. Как учитель сказал, что Бога нет? Познакомь меня с ним. Он с голоду умер недавно. На все воля Божья. Учиться тебе надо. Здравствуйте. День добрый, председатель. Ребята, есть приказ районных властей всех детей красноармейцев, в первую очередь сирот, направить в интернат в село Черлино. Сбор завтра здесь, на рассвете. Брать с собой учебники, у кого есть, белье, одежду на зиму. Так, кого назову, пройти сюда. Пушкаш. Абабий, Армашу. Умер. Василаки, Матей, Урсу, Буга, Вылку. Умер. Доди и Аларь. А кормить будут? Конечно, 3 раза в день и бесплатно. А нам что, с голоду подыхать? Советская власть подумает и о вас. Пока подумает, сдохнем все с голоду. Чем они лучше нас? Чем лучше?
А те, что мой отец под Берлином погиб, а твой жандармом был и мою мать арестовал. А твой отец моего деда в 40-м в Сибирь отправил. Приказ, значит, был. И у отца приказ был брать жен красноармейцев. Спокойно, я кому сказал? Чем мы виноваты? За что руками? Тихо! Твой румын воевал, а твой русский. Мой погиб, а твой в плен сдался. Умный был, вот и сдался. Прекратите, ребята! Прекратите! Я тоже жить хочу, тоже! А твой отец донес уполномочнику, где мы спрятали кукурузу, и он все забрал, все, до последнего початка! Неправильно, не прячься! Ах ты гад! Я тоже сирота! Я виноват, что отец у румынов был, кто меня кормить будет? Ребята! Ребята! Их кормить? А нас нет! Мы что, не люди? Вот придут американцы, разберемся! Что? Американцев ждешь? Я тебе покажу американцев! Бей жандармов! Прекратите, ребята! Прекратите! Давай, вали! Ну, погоди, кулацкая морда. Корми его, а? Господи! Кто же это тебя так отделал? Ты только скажи, я ему ребра пересчитаю. Ерунда. Собрался куда? В интернат. Берут сирот красноармеец. А, далеко? В Черлину. О, а как же мы? Что вы? С книгой как быть? С книгой-то как же? А зачем она вам? Вы ж читать не умеете. Нет, это дело надо довести до конца. Я учиться хочу. Будешь? После. Рождество скоро. В лес сходим и миллион ведь. Вот тогда и приеду. Ха, приеду. Зимой-то? Ха, придумал. Ха. Эх, мать, мать. Смотри. Ну что, что? Если отрезать, помыть ее, полить. А, то можно и чорбу сварить, да? А что? Совсем из ума выжила. Что случилось с Клементией? Да Петрика уезжать собрался и черную книгу с собой забирает. Куда? В интернат, в Черлину. Надо что-то придумать, мать. Надо. Надо, надо. Как что так ко мне бежишь? А что здесь при румынах было? Карцер. О, карцер. Зови Петрика. Ох, и голова же у тебя, мать. Тебе чего, бабка? Ой, помоги, внучок, достать корзину с желудями. Ой, ой, опять спина развалилась. Ой, ой. Ты чего, бабка? Ты чего? Открой! Слышишь, открой! Я дверь разнесу! Не собираться надо! Завтра рано ехать! Подожди! Все равно уеду! Я учиться хочу! Не хочу здесь гнить! Покричи, покричи! Легче будет! Ах так! Вот! Вот, пап! Вот! Не бей, да! Не бей! Да плевал я на ваше добро! Плевал! Не бей бога! Плевал я на твоего бога! Замолчи! Замолчи! Язык отсохнет! Брехня тебе, собака! Брехня! Сейчас сама увидишь!
Эй, Бог! Где ты там? Плевал я на тебя, слышишь? Плевал! Если ты есть, пусть у меня язык отсохнет! Пусть я ослепну! Слыхала, бабка? Жив, здоров я. Убили твоего бога. На войне убили. Станет бог, скажем, сопляком тягаться. Господь для того и наплодил дураков, чтобы умным польза была. Иди, Каменчич. Остыл, внучек? Ну и ладно, теперь слушай. Мы ж тебе добра желаем. А? Сироченка ты наша круглая. Мать твоя в сырой земле лежит. Отца твоего на чужбине вражеская пуля сразила. А нас-то горемычный ты на старости лет бросить хочешь? Да кто ж к нам на нашу могилку-то придет? Кто над ней поплачет? А мы-то тебя и поили, и кормили, и от тебя отымали. Ну ладно, баб, не плачь. Молодец, мать, молодец. Даст бог, черная книга не сбрешет. Дело сделаем, я тебя сам в карете в интернат отвезу. Отстану я от всех. Догонишь, башка-то у тебя светлая. Дядь Филат, а Петру где? Петру? Заболел он, ребята, заболел. Выздоровеет, приедет. Что же вы делаете, черти полосатые? Вот вернусь, уши оборву! Ну-ка, да ничего, до свадьбы заживет. Ребят, давайте быстрей, быстрей, опоздаем, быстрей! Ну что, видишь, за решетку меня упрятали. Но я скоро выйду. Не веришь? Ты всем веришь. И я раньше всем верил. Ну иди, иди. Лая, Лая. Петру, Петру. Цел не придет. Отец сказал, что уши ему оторвет, если он вскроет твой замок. Вот тебе напильник, он передал. А что у тебя там, лепешки? Из желудей. Скоро хрюкать начну. Дай мне одну. А ты на Нику станцуешь? Только лепешку вперед. А ты мне? Хочешь,
Богородицу покажу. Ты же обещала! Выйдешь вот тогда. Паскуда! Выйду, рассчитаемся! За мной, Клементий, иди. Чего тебе? Иди, иди. Скорей. Ты. Иди. Это прошивка царика. Ну. Маленькая курочка мне лечимая. Съел ее все лепешки. А покороче-то не показал. Обманула, значит. Выйду. Выйду, все равно выйду. Внимание, уважаемая публика! Внимание! Коронный номер! Вот ее, да? Тихо-то, тихо! А теперь вещий ворон Карл предскажет вам будущее. Спешите узнать свою судьбу. Просите у ворона вытащить билетик на счастье. Что это? Что здесь написано? А? Кто-то думает о вас с любовью. А имя не написано? Имя вы сами знаете. Мне дай. Карлуша, а? Браво. Так, ждите радостной весточки. Говорила тебе, мой женек жив, твой брат жив. Пропал без вести. Найдется, да? Вот. Эй, ветеринар. Эй. Коровий доктор. Эй. Ну какой я ветерина? Барин нету. Живости нету. Воробьев. Теперь лечу. Не пей, балда, не пей. Не буду. Ну и правильно. Никогда не буду. Плодитесь, корова. Плодитесь, жизнь коротка.
Вот кто мой новый кавалер. Не спеши, не спеши. Вырастешь большим красивым парнем. Тебя девки любить будут. И ты их будешь любить. Вот видишь, уже кто-то любит. Вставай, балда, вставай. М? Идем воробьев лечить. Ой, во рту, будто хорех ничего. Ой. Ой, Господи. Ягненочек будет? Будет. Скоро будет. Большой животик. Постарался баран на славу. Боялась она его, Люба? Вначале. Я ее успокаивал. Говорил, не надо бояться. Не надо бояться. Не надо. Не надо, не надо, Цирика. Падла.
Петру! Петру! Чего тебе? А у нас сегодня праздник. Любомир представление дает. Кому нужно ваше представление? Люба сказал... Как Люба сказал? Если нет хлеба, пусть хоть зрелище будет. Вот так. Сначала танцует Цирика, потом играем мы, а потом все Люба, ворон, овечка, шпага. Шпага? Ага. Внимание! Вот так. Дай мне попробовать. Люба скоро придет. Я недолго. Дрессировщик и шпагоглотатель, выступавший со своими помощниками на лучших ярмарках Одессы и Бухареста, покажет свой коронный номер. Музыка! Лая где?
Чего? Лая, где Лая? Это здесь она, здесь. Лежи. Лежи, милый, лежи. Лая. Лая. Ты моя миленькая. Лая. Что делать будем? Рождество скоро? Ну, нет овец, нет. Собак и тех сожрали. Ну, как там Любомир, а? Потерял голос. Совсем? Совсем. Так, артистом ему, значит, уже не быть. А? Паскуда! Метру. Что, что? Метру лаю режут, лаю. Она же все понимала! Лая. Хуже стало. Надо медицину звать. Выручай, Мелитина. Внуку худо. Хм.
Пусть старая попросит. Ниже. Вот так-то. Я умер. Да ты что? Знаю. Знаю, видеть никого не хочешь. Не можешь простить нам овечки. Пойми, не было другого выхода. Кто поможет нам? Кто? Пришла зима, а с ней смерть. Смерти от голода. А ты плачешь по овечке. По людям плакать нужно. Ведь полсела вымерло. Второй год в земле и бабы не рожают. Вот только меня Господь пожаловал. Ты только скажи, чем... Чем я кормить его буду? У овечки короткий век. Разбогатеешь, купишь себе много овечек. Белых, черных, каких захочешь. Такой больше не будет. Ай, в лесу канапа. Палаточки стоят, ай, ай, в лесу канапалаточки стоят. Пиши на шкурке разборчиво. А то будет ночь, дьявол может не разобрать. Пиши, Клементий, Матей, просит миллион. Вот, разборчиво пиши. На, распишись. Надо было пару миллионов попросить. Видишь, и с поставками просчитались. Из чего? Хорошо, пусть будет как у всех. У черта из рук ничего не брать, калекой станешь.
и отпущения ему не давать, покуда он не подпишет шкурку кровью. А какими деньгами будем требовать? Русскими или американскими? Зачем тебе американские? На базаре говорили, что вот-вот с ними война будет. Бомба у них какая-то. Лучше царскими, золотыми. Они при любой власти надежнее. Как думаешь, председатель? Просить будем советские. Ну что, артист, штаны наложил? Чего-чего? Он говорит, божье ли это дело? А властям обирать нас в голод божье дело? Без подлоги оставлять божье? Сколько в район писали? Малец вон локти протер. Был ответ? А жилье кто вам дал? Не советская власть? У полномочников эта власть, а не советская. Значит, власть тебе не помогла. А Бог твой помог? Была бы Божья власть, к черту бы не обращались. Выживем, вот и будет Божье дело. А потом мы, черта, берем то, что он отнял у людей. А иначе откуда же учить те миллионы? Или у них на том свете фабрика по выпуску денег? А тогда почему же она не шумит? Они у казны деньги крадут. Черт даром и пальцем не пошевелит. А жандармы, то есть милиция, не заберет нас, если мы у казны? Да не у казны, у помещиков. А за них власть не взыщет. Уснул. Вот и ладно. Без властей оно спокойнее будет. Никуда я не пойду. Пойдешь! Ну что, идут? Тихо, тихо ты. Идут. А ты откуда о них узнал? А ты? Сорока на хвосте принесла. Пошли, пошли отсюда. Пошли. Нет, да хер с ними. Видишь, полсела уже знает. Гуще сыпь уголь, чтоб дьявол в круг не вошел. Входите. Я вызываю тебя,
дух ада и темноты, чтобы ты выполнил любое мое желание. Явись, дух ночи, явись, дух зла, подчинись моей воле. Явись! 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 Я вызываю тебя, дух ада и темноты, чтобы ты выполнил любое мое желание. Явись, дух ночи, явись, дух зла, подчинись моей воле. Явись! 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 Давай, мальчик, давай, читай еще, еще. Я вызываю тебя, дух ада и темноты, чтобы ты выполнил любое мое желание. Явись, дух ночи, явись, дух зла, подчинись моей воле. Я вызываю тебя, дух ада и темноты, чтобы ты выполнил любое мое желание. Явись, дух ночи, явись, дух зла, подчинись моей воле! Явись! 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 Ну, явись! 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 Дух! Дух в человеческом образе. Черт, чумаком стал. Это же сам чумак. Он вышел из круга. Вот почему дух не явился. Он виноват. Он виноват. Он виноват. Он. Бейте его. Бейте. Катя. Братцы! Братцы! Братцы, за что? Что вы делаете? Что вы делаете? Не надо! Наказал Господь, наказал! Дух! Дух! Расправился с ним! Дух! Дух! Так и надо сказать, Костя! Не дух! Не дух! Вы убили его! Вы! Убийцы! Убийцы! Молчи! Молчи, гаденыш! Заткните ему глотку! Душу черту продал чернокнижник! Иду на село навел! Вот! Твоя книжка! Вот! 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 У тебя руки в крови, грамотей проклятый!
Там эти чертовы книги! Ждите их! Ждите! Что вы делаете? Что вы делаете? Пошел вон! Что вы? Назад, говорю! Иди! Назад! Куда? Книга! Не жгите. Господи. Хочу. Глиняные. А у тебя? У меня тоже. И у меня. Вот это да. Вот суки цыганские. Вот. Господи, милостивый, прости меня, Господи. И ты, чумак, прости. Не надо мне никакого миллиона, Господи. Верни только чумака. Верни овечку. Верни голос Любе, Господи. Прости, что не слушал бабку. Говорил ведь. Не доведут книги до добра, Господи. Я во всем виноват. Я!
председатель! Филат где? Да позови его, мать твою! Заболел, что ли? Тогда позови мальчишку! Был с ним такой грамотей! Да что у вас все сдохли здесь? Убили мальчишку, что ли? Кто убил? Я спрашиваю, кто убил? Кто? За упокой души раба Божьего Петра.